Полицейские задержали наркобанду. Крупные партии опасного синтетического дурмана сбывали бывший рабочий и врач-терапевт. В банду они вовлекли родную бабушку, а для прикрытия использовали собственного 4-летнего ребенка. Это больше похоже на свалку комната одного из общежитий. Тут криминальное семейство наладило целое производство кайфа. Скотч, материал, весы. Материал, весы, да. Купленный в Екатеринбурге наркотик здесь разбавляли, опыляли специально приготовленными смесями и расфасовывали по пакетам. Обнаружена крупная партия наркотического вещества, разложенная в 39 пакетах по 5-10 граммов чистого концентрата. Полимерные свертки, да, обмотанные липкой лентой, да. Так, всего их сколько? 39, да? 39 штук. Дурь сбывали мелкими партиями, покупатели искали через интернет и посредством наружной рекламы. Оплату принимали электронными платежами, а каждому свертку с наркотиком прикладывали инструкцию с точными пропорциями для изготовления дурмана без летальных последствий. В ходе обыска изъят травматический пистолет с патронами и крупная партия денег в размере 180 тысяч рублей. Установлено, что доход безработных супругов только с начала года превысил 10 миллионов рублей. За период криминального бизнеса семья успела обзавестись новенькой иномаркой и элитной жилплощадью.